Hello, people! Александр Васильевич, у нас для вас подарок, да. Не, мы просто такая команда, мы каждый раз Александру Васильевичу подарок дарим. Ну, это я для тех говорю, кто не так часто на КВН приходит. Не, подарок там простой, да, до 3000. Не, ну это не из-за закона, просто по нам видно. Мы, может, и хотели бы больше как-то там. Не, Александр Васильевич, ну вы тоже молодец. Могли бы и предупредить, что Владимир Владимирович на игру придет. Мы бы хоть как-то, ну я не знаю, там, ну хоть как-то, ну отказались, что ли. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вы просто не подумайте, что мы сейчас тут билиберду нести будем. Так оно и будет, но... Мы просто обычные парни, да, обычные ребята. Простые, очень простые. Знаете, насколько простые? Фух, хотите, воробья покажу? Да, он у меня просто в другом пиджаке. У меня два пиджака. Я вот в одном выступаю, а в другом, фу, воробья ношу. Боже, что я несу? Александр Васильевич, вы не волнуйтесь. Владимир Владимирович, расслабьтесь, отдыхайте. Да. Фу, все, я еще и указания начал давать. Алексей, Алексей, может быть, вернемся к нашему выступлению? Да, спасибо, Егорыч. Первый раз твой противный голос, так приятно слышать. А сейчас будет еще приятнее. Вы знаете, что после игры будет банкет? Вы что будете пить? Я планирую начать с винишка. Да ты каждый банкет начинаешь как с винишка. А заканчиваешь как свинота. Лучше бы спел. Спою. Пили мы с тобой вино, текилу, пиво, бренди, коньяки. В общем, мы с тобой смешали все. Мы с тобой смешарики. Что ты несешь? Лё, а? Слышал анекдот? Нет. Показалось, значит. Вот ты балбес, а. Юра, паркуй где хочешь, просто две первые буквы заклей. Да ладно, никто не узнает. Лиция. Дядь Паш, а ты что такой злой? Да представляешь, кто-то на моем рабочем столе нацарапал жирная тварь. Кто же это мог сделать? Да кто угодно. И теща на работу забегала. И жена еду приносила. Короче, ладно, с этим я сам разберусь, ты мне лучше посоветуй. Не, я тут с краем уха слышал, что мне сегодня должны давать взятку 6 миллионов меченными купюрами. Как думаешь, брать, не брать, а? Дядь Паш, меченые! 6 миллионов! Дядь Паш, посмотрите, кто в зале сидит. Чё, серьезно, президент? Дядь Паш, да говорите нормально, вас все слышат. Да я не могу, у меня походу инсульт. Юра, звони быстрее в скорую. Да, кстати, Семен, мы ж вам подарок приготовили. Представляете, между Армавиром и Пятигорском лес есть. Там два барда живут. Говорят, вы начинали вместе. Говорят, товарищи ваши. Да что рассказывать, сейчас я их позову. Ребята, идите сюда. Круто, да? Прям как в Армавире. Стоишь, ничего не происходит. Сейчас, если б КамАЗ корову сбил, прям один в один, суббота. Да. А где он сидит-то? А? Где он сидит-то? А вот он, да, красавец мужчина, а? Сеня! Вон он сидит, посмотри, большой человек. Туфли на ногах. Слушай, Семен, ну ты, конечно, сильно изменился. Сильно, да, вон, костром не пахнешь, видишь хорошо. Может, на денек сорвемся в лес, а? Ослепнем, повоняем, а, Сень? Слушай, Сень, а помнишь нашу песню костровую? Помнишь, помнишь? Я спросил у я... Сеня! Да, вон, Суслопаров-то петь не дает. Помнишь, Суслопаров? Помнишь, как вы с ним в поход вдвоем пошли? Его еще медведь схватил и в берлогу потащил. Так он тебя до сих пор на помощь зовет. Сеня! Слушай, Семен, у нас вопрос такой. А как так получилось? Мы песни с тобой вместе писали. А сейчас ты
по Москве на джипе ездишь, а мы на клеенке с горки, Асень. Ладно, Семёш, поехали мы в Армавир, да. Тебя с собой не зовем, понимаем. Работа, связи, продюсер ты, да, вот. Валдис, собирайся, а! Валдис! О, ну Суслопаров тебе уже привык. Давай, если что, мы за кулисами. Ну что, барды выходили? Не знаю, мы кушать ходили. Вы что, издеваетесь? А на сцене кто был? Александр Васильевич, он же здесь ответственный. Слушай, вам вообще ничего доверить нельзя. А что вы за раскомандовались? Потому что я капитан. А что это вы капитан? Давайте выборы проведем. Выборы? Давай, хорошо. Ага. Вот тебе бюллетень. Вот тебе бюллетень. Вот мне. Ого, у тебя урна в башке, да? Ты давай голосуй, а. Я проголосовал. Тимофей тоже. Да давай, думай, ты еще стоит он там. Так, ну что ж, выборы состоялись. Наблюдатель все зафиксировал. Итак, один голос за Алексея. Второй голос за Алексея, спасибо, Тимофей. И третий голос за Алексея. Ты что, за меня проголосовал? Да. А зачем? Ты ж больше всех возмущался. Зато теперь я спокоен, что это я вас назначил. Вот ты балбес, а. Рыжий, рыжий, там какой-то мужик с клюшкой бегает, тебя ищет. Блин, точно, у меня ж брат здесь в Москве в хоккей играет. Странно, а что он здесь делает? Виталик, Виталик, ты только не выходи. Что это такое, дядь Паш? Да представляешь, мы, короче, с Юрой одного алкаша задержали, а он нам мигалку сорвал. Кстати, есть паяльник, а? Зачем? Не, ну надо же как-то человечка наказать, а? Юра, поехали в тысячу мелочей, а? В хоккей играют настоящие мужчины. Трусь. Вот сумка! Вот клюшка! Что случилось, Виталь? Да я должен был с нашими ребятами на Олимпиаду лететь. Не получилось, да, в этот, как его, пьончик. Пьончик, пьончик, да похлопай ты, зубом подавился. Так вот. Что не полетел-то? Да не получилось, там два варианта, да? Либо я сам не в тот самолет сел, либо мне тренер специально билет до Калуги купил. Вот сумка, вот Калюшка, вот Калуга, стоим смотрим друг на друга. А так хотелось в этот пьюнч, 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 да похлопать. Опять зуб? Да. Да ты не перезывай, там всего 6 попыток осталось. А ты же знаешь, что сегодня на игре присутствует Иван Телегин? Конечно, знаю. Ваня, Телега, брат, здорово! Да вон он сидит. Да я знаю. Это просто такая хоккейская сутка у нас, да. Покажи еще раз. Вот. А. Ваня, Телега, брат, здорово, слушай, как ты выиграл, вот сумка твоя, вот клюшка. Да не, ладно, шучу, на самом деле молодцы, красавцы, пацаны, мы вами гордимся. Вот, сейчас победу вас упадем отмечать. Может, с нами, а? Там такая компания собралась, я, два барда, сейчас песня освободится. Ну смотри, мы если все за кулисами. Да, дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Знаете, у хоккея и КВН есть кое-что похожее. Ни за то, ни за другое России никогда в жизни не было стыдно. Но если уже... Но если уже в хоккее победила машина, то пускай в КВН победит дорога. Спасибо, с вами была команда КВН «Русская дорога», сборная АГПУ.